Многие спрашивали, что делать, какие-то друзья и знакомые, что вот сейчас делать? Первое. Не открывайте двери незнакомым людям. Не берите никаких повесток нигде. Не надо их брать в руки. Фу, бяка, выкинете. Не трогай руками ничего, вот эту дрянь. Потому что для них задача, что вы их подписали. Ничего не подписывайте. Говорите, я не в неадеквате, если что. Я кусаюсь. Это будет правдой. Я кусаюсь. Нет, ну серьезно, ничего я не надо подписывать. Себе. Не облегчайте им жизнь. Если вы подписали, на вас намного легче будет потом надавить. Нету дома, живет по другому месту и так далее. Не открывайте никому. На улице вручайте, говорите, не умеете писать, не умеете читать. И вообще отвечайте им по-английски и просите переводчика. Пошли они нахер со своими повестками. Вот серьезно. Мне кажется, мы немножко притупили, и у нас притупилось чувство вот это вот, как надо скрываться от армии, которое было очень даже присуще поколениям молодых людей, как в Советском Союзе, так и в России. Миллионы людей бегали от армии. Друзья, ну вспоминайте этот опыт. Знаете, как вы бегали от армии. Я без шуток, это правда. Это у нас именно такая ситуация. Но это лучше, поверьте, чем ехать на фронт, там погибнуть или убивать людей. Намного лучше. Много лучше. По крайней мере, когда у вас вы дали уже подписку и пришли в военкомат, вы, в принципе, тоже можете отказаться, и вам будут угрожать уголовным делом. Кстати, это отдельная проблема. Вы думаете, им так легко возбуждать новые уголовные дела по новым статьям? А сейчас. Вот они будут в восторге. Они дико этого не хотят. Но вас будут страшно запугивать. В этом нет никаких сомнений. И наверняка будут уголовные дела. Я, кстати, почти уверен, что будут люди демонстративно, которые пойдут на уголовные дела. Лишь бы не отправляться на войну, я думаю, будут такие люди. Мне кажется, ну, вот почему-то я вижу настрой, я вижу вопросы, я вижу, как москвичи реагируют. И я думаю, такие люди будут. Ну, конечно, вряд ли их будет очень много. В конце концов, у нас есть люди, которые военкоматы поджигают, да, и кидают коктейли.